Сегодня у нас 9 февраля 2014 года. Переходим на абразив. Так, 13.42. Переходим на абразив 10 на 7. Здесь уже совсем бесшумный идет процесс притирки. И потом там частички абразива встречаются крупные, которые могут царапать наш девайс, поэтому надо с ними поосторожней. Частицы, в принципе, могут вываливаться с середины, которая сверлилась крупным абразивом, и возможно, что не удалось ее до конца промыть. Хотя я старался. Чем меньше абразив, тем больше мелких пятен контакта. Теперь тем сильнее нужно прижимать обрабатываемые изделия к планшайбе. Ну ладно, переворачиваем, сколько можно. Там включился какой-то режим неправильный. Уже и вода вся испарилась.
сухую пошла обработка. Давайте для смеха и другую сторону немножко сухую обработаем. Что это будет означать? Ну что ж, посмотрим, что получилось. Блеск, грань заблестела. Ну, эта грань, естественно, тоже заблестела. Ну вот, осталась последняя поверхность, внутренняя цилиндрическая поверхность. Стоп.